Британские власти призывают к единству и активно цепляются за любую возможность сохранить страну. В знак поддержки Соединенного Королевства в Лондоне над резиденцией премьера подняли флаг Шотландии. Сейчас он соседствует с Юнион Джеком. Продлится это вплоть до референдума о независимости Эдинбурга. Он пройдет 18 сентября этого года. До этого времени правительство надеется убедить шотландцев остаться в составе королевства. В обмен на отказ от независимости Лондон обещает предоставить региону большую экономическую самостоятельность. А премьер Дэвид Кэмерон лично отправляется в Шотландию, чтобы убедить избирателей не поддерживать независимость региона. К слову, волнения Лондона сейчас связывают также и с недавним обнаружением у берегов Шотландии месторождения нефти.